О, мы уже снимаем. Всем доброго дня. С вами я, Ольга Романова или Ромашка, и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Как настоящая училка физкультуры, я решила развивать еще одно направление моего канала – тренажерный зал и правильное питание. Поэтому сегодня я вам расскажу о 5 типах интересно странновастеньких людей, встречающихся вам в тренажерных залах. Как и в Киеве я видела таких людей, так и в Эмиратах. Ничто никуда не делось. А в конце обязательно я подожду, пока вы поставите лайк, подпишитесь на канал, позвоните во все колокола. Я расскажу вам один крутой, очень дешевый и действенный лайфхак, как быстро похудеть. Не переключайтесь. Итак, тип первый. Убегальщик. Здравствуйте. Вы пришли в зал тренироваться? Нет, у меня еще нет кроссовок. А в этих я не тренируюсь. А, до свидания. Далее тип второй. Гиббон, который ждет и ловит самочек в зале. Тип третий. Селфишечки. Будьте осторожны, могут неожиданно ударить вас мобильным телефоном при съемке. Номер 4. Жадина. Человек, который занимает тренажер на несколько часов и не хочет им делиться. Здравствуйте. А вы долго еще на тренажере будете? Ну, еще 2-3 часа, пока всему залу мозг не вынесут. И тип пятый, всезнайка, рукожоп. Нехорошее
и обещанный мой лайфхак. Сейчас вы узнаете, как с помощью вообще практически ничего можно сбросить вес быстро и качественно. Вам понадобятся только ножнички и небольшая катушечка лейкопластыря. Сейчас вот делаем вот так вот.